Вологодская земля. Этот северный край хранит немало секретов старинного мастерства. И вряд ли можно встретить человека, которому незнакомо словосочетание «вологодское кружево». Неудивительно, ведь работы вологодских кружевниц по всему миру, а традиции кружевоплетения передаются здесь от одного поколения мастериц к другому уже на протяжении нескольких столетий. Слово «кружево» происходит от слова «окружать», то есть украшать нарядной отделкой края одежды или других изделий из ткани. Этот промысел пришел к нам из Западной Европы еще в 17 веке. Прошло немного времени, и в Россию стали приезжать специально за кружевом, которое вологодские мастерицы научились плести из особого тонкого северного льна. Уже в 19 веке на многих выставках вологодское кружево было удостоено самых высоких наград. До сих пор неизвестно, почему на севере, именно на Вологодщине, это ремесло оказалось столь любимым и популярным. Возможно, важную роль сыграло развитое льноводство или торговые пути, которые пролегали здесь с севера на юг. На русской земле кружевоплетение обрело свои особенности. Вологодские кружева напоминают узоры инея на стекле, которые исчезнут с первыми лучами весеннего солнца. Рисунок создается художником, непрерывность линий, декоративность, очень плавные линии. Вот посмотрите сюда на эту веточку. Uh-huh. Вот эта скатерть метелица завьюжила, закружила снежинки, и эта линия возвращается снова на вот того места, откуда она началась. И между ними красивые снежиночки расположены. Кружевница владеет массой секретов. Еще бы, если для вязания, к примеру, используют одну нить, для ткачества две, то здесь этих нитей может оказаться в десятки раз больше. Техника плетения кружев заключается в основном в перекладывании в определенном порядке коклюшек с нитками. Сложно понять, как мастерицы с этим управляются. Научиться плести кружево сложно, но еще сложнее его изобрести. Художник по кружеву – работа незаметная и почти забытая. Мало кто знает, какими удивительными навыками владеют люди этой профессии. Необходимо очень точно рассчитать каждую ниточку, каждый узелок, каждую петельку, ведь допущенная при разработке ошибка может превратить изящную скатерть в простое нагромождение нитей. Каждая кружевница выплетает один фрагмент, а затем уже все это сшивается петелька с петелькой. Это очень трудоемкий, технологичный такой процесс, и плетется вот эта скатерть целый месяц.
Деревянное кружево домов, резные ставни, наличники. Вологде как будто сам воздух кружевной. Об этом в Европе знали еще в конце 18 века, и потому модницы многих стран стремились заполучить вологодское кружево, заплатив за это немалые деньги. Работа кружевницы ценилась порой не меньше, чем труд ювелира, и посвящали в секреты мастерства с самого раннего детства. Время идет, но интерес к ремеслу не пропадает. Сегодня молодые кружевницы учатся плести замысловатые узоры точно так же, как это делали их прабабушки. Новизна новизной, а традиции сохраняются. Сейчас машины помогают нам во всем. Те, кто хранил когда-то в глубокой тайне секреты плетения и кружева, и представить себе не могли, что наступит время, когда техника с легкостью научится справляться с узорами любой сложности. Однако то, что сделано вручную, никогда нельзя повторить в точности. В этом есть своя магия. Вот почему ручная работа ценится в наше время гораздо выше, чем прежде.